Несколько минут назад на трассе Санкт-Петербург-Севастополь произошло трагическое ДТП со смертельным исходом. В результате аварии погиб известный российский певец, актер и режиссер вместе со своей супругой. Авария войдет в историю российского шоу-бизнеса, так как в ней была разбита самая дорогая машина в мире – Пагани-Зонда стоимостью более 10 миллионов долларов. Российский актер выбрал неудачное время, чтобы научить свою жену езде на машине. На камерах видеорегистратора видно, что Пагани-Зонда останавливается на трассе, муж с женой меняются местами и супруга ведет автомобиль дальше. Стало известно, что звездный актер всего лишь месяц назад подарил эту машину своей супруге. Далее происходит просто невероятное. Видимо, молодая жена актера перепутала реальную трассу с компьютерной гоночной игрой. Пагани-Зонда за 6 секунд разгоняется до 200 км в час и на бешеной скорости мчится по встречке. На камерах видно, что жена начинает паниковать и махать руками, а супруг пытается перехватить у нее рулевое колесо. Происходит столкновение с придорожной остановкой, и машина уходит в кювет. Помощь врачей уже не нужна, спасать здесь некого. В результате трагического ДТП вместе со своей молодой 25-летней супругой Артурой погиб ведущий актер Малого драматического театра, театра имени Маяковского, участник более 200 театральных постановок и герой фильма «Гешер», бардовый певец, советский, российский и израильский режиссер и актер Евгений Арье. Евгений Арье ушел из жизни в возрасте 75 лет.